И паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. И в святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Своим учеником, ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о нем, аще Бог прославися о нем, и Бог прославит его в себе, и Абия прославит его, чадца, еще с вами мало есть, зыщите меня, яко же рехи иудеям, яко ама же аз иду, вы не можете прийти, вам глаголю ныне, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, яко же возлюбих вы, да и вы любите себе. О всем разумеете, яко мои ученицы исти, аще любовь имати между собою. Глагола ему Симон Петр, Господи, кама идиши, отвечай ему Иисус, ама же, аз иду, не можешь и ныне по мне идти, последи же по мне идиши. Глагола ему Петр, Господи, почто не могу ныне по тебе идти, ныне душу мою за тебя положу. Отвечай ему Иисус, душу ли твою за мя положиши, а меня минь глаголю тебе, не возгласит алектор, донде же отвержишися мне трищи, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мя веруйте, в дому отца моего обители многие суть, аще ли же не рекл бы вам, иду готовите место вам, и аще уготовлю место вам, паки приду и пойму вы к себе, да иди же есть вас, и вы будете. Я мы же аз иду, вести и путь вести, глагола ему Фома. Господи, не вемы, кама идиши, и кака можем путь ведите, глагола ему Иисус, аз есть путь, и истина, и живот. Никто же придет к Отцу, токмо мною, аще мя бысте знали, и Отца моего знали бысте уба, и отселе познасти его, и видисте его. Глагола ему Филипп, Господи, покажи нам Отца, и давлеет нам. Глагола ему Иисус, «Толико время с вами есть, и не позналось меня Филиппе, видя вы мя, видя Отца, и как ты глаголишь, и покажи нам Отца, не веруешь ли яко аз во Отце, и Отец во мне есть?» Глаголы, «Я же аз глаголю вам, о себе не глаголю, а Отец же во мне пребывает, то и творит дела, веруйте мне, яко аз во Отце, и Отец во мне, аще ли же ни за та, дела веруем и теми, аминь, аминь, глаголю вам, веруем мя, дела я же аз творю, и той сотворит, и больше сих сотворит, яко аз ко Отцу моему гряду, еже аще, что просите, и от Отца о имени моем, то сотворю, да прославится Отец в Сыне, и аще чецо просите во имя мое, аз сотворю, аще любите мя, заповеди мои соблюдите, я замолю Отца, и много утешителя даст вам, да будет с вами вовек. Дух истины, его же мир не может приять, яко не видит его, не же знает его. Вы же знаете его, яко в вас пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиры, приду к вам. Еще мало, и мир к тому не видит меня. Вы же видите меня, яко аз живу, и вы живи будете». В той день разумеете вы, яко аз во Отце моем, и вы во мне, и аз вас, имея заповеди мои, соблюдая их, то и есть любяй мя, а любяй мя возлюблен будет Отце моим, и аз возлюблю его, и явлюсь ему сам. Глагола ему Иуда, не Искариотский, Господи, что бысть, яко нам хочешь и явитеся, а не мировей, отвечай Иисус и рече ему, аще кто любит мя, слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему приидема, и обитель у него сотворима. Не любяй мя, словес моих не соблюдает, и слово еже слышасте, несть мое, но пославшего мя Отца. Сия глаголох вам,
вас сый, утешитель же Дух Святый, Его же послет Отец во имя Мое, то и вы научит всему и воспоминет вам, вся я же рех вам, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не яко же мир дает, а сдаю вам, да не смущается сердце ваше, не устрашает, слышите, яко о зрех вам иду и приду к вам, аще бысти любили мя, возрадовались обысти уба, яко рех иду к Отцу, яко Отец мой более мне есть, и ныне рех вам прежде даже не будет, да и когда будет, веру имать имите, тому немного глаголю с вами, грядет всего сего, мира князь, и во мне не имать ничесо же, но да разумеет мир, яко люблю Отца, яко же заповеда мне Отец так отворю, восстанете, идем отсюду, аз есть лоза истинная, Отец мой делатель есть, всякую разгу о мне не творящую плода изметью, и всякую творящую плод отребитью, да множеший плод принесет. Уже вы чисти исте за слово, я же глаголах вам, будете во мне я с вас, яко же разга не может плода сотворить о себе, аще не будет на лозе, так и вы, аще во мне не прибудете. Аз есть лоза, вы же рожде, и же будет как во мне, и аз в нем, то и сотворит плод мног, яко без меня не можете творить и ничесо же, аще кто во мне не прибудет, извержется вон, яко же разга, и сышит, и собирает, и в огонь влагают, и сгорает, аще прибудете во мне, и глаголы мои в вас прибудут, ему же аще хочете просите, и будет вам. А всем прославися, Отец мой, да плод мног сотворите, и будете мои ученицы, яко же возлюби мя, Отец и аз, возлюбих вас, будете в любви моей, аще заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, яко же аз заповеди Отца моего соблюду, и пребываю в его любви. Сия глаголах вам, да радость моя в вас будет, и радость ваша исполнится. Сия и заповедь моя, да любите друг друга, яко же возлюбих вы, больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Вы, друзья мои, исте, аще творите, или ка заповедую вам. Не к тому вас глаголю, рабы, яко раб не весь, что творит Господь его. Вас же, рекох други, яко вся, я же слышах от Отца моего сказах вам. Не вы меня избрасьте, но аз избрах вас, и положих, да выйдете, и плод принесете, и плод ваш прибудет. Да его же аще просите, от Отца во имя мое даст вам. Си заповедую вам, да любите друг друга. Аще мир вас ненавидит, ведите, яко мне прежде вас возненавиде. Аще от мира бысте были, миру бы своей любил бы. Яко же от мира несте, но аз избрах вы от мира сего. Сего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово, ежа аз рех вам. Несть раб боли Господа своего, аще меня изгнаши и вас изженут. Аще слово мое соблюдоши и ваше соблюдут. Но сия все творят вам за имя мое, яко не ведят пославшего мя. Аще не бых пришел и глаголы им, греха не быши имели, ныне же вины не имут о гресе своем. Ненавидя меня и отца моего ненавидят, аще дел не бых сотворил в них, их же им никто же сотвори греха не быши имели, ныне же и видишь, и возненавидишь меня и отца моего. Но да сбудется слово писанное в законе их, яко возненавидишь мя туне. И когда же прииде утешитель, его же аз послю вам от Отца, Дух истинный, и же от Отца исходит, то свидетельствует о мне, и вы же свидетельствуете, яко искони со мной исте. Сия глаголах вам, да не соблазнитеся, от сон мещеждену твои, но придет час, да всякий же убиет твой мнится службу приносите Богу, и сия сотворят, яко не познаши Отца, ни мне, но сия глаголах вам, да и когда придет час, поминайте сия, яко аз рех вам, сих же вам из первого не рех, яко с вами бег, ныне же иду к пославшему мя, и никто же от вас вопрошает меня, кама идиши, но яко сия глаголах вам, скорби исполних сердца ваша, но аз истину вам глаголю, у не есть вам, да аз иду, аще бы не иду, аз утешитель не придет к вам, аще лежи иду, послю его к вам, и пришед он, обличит мир о гресе и о правде и о суде. О гресе оба яко не веруют мя, о правде же яко к отцу моему иду, и к тому не видите меня, о суде же яко князь мира сего осужден бысть.
Ище много имам, глаголоти вам, но не можете носить и ныне. И даже приидет он, Дух истинный, наставит вы на всякую истину. Не о себе Бог глаголоти имать, но или аще услышит глаголоти имать, и грядущее возвестит вам. Он мя прославит, яко от моего приемлет возвестит вам. Вся илика имать Отец мой суть, сего ради рех, яко от моего приемлет возвестит вам. В мале и к тому не видите меня, паки в мале и узрите мя, яко иду к Отцу. Реша же от ученики его к себе, что есть сие, еже глаголит нам мале, не видите меня, паки в мале, и узрите мя, яко аз иду к Отцу. Глагола хуба, что сие есть, еже глаголит в мале, не вему, что глаголит. Разуми же, Иисус, яко хотяху его вопрошать, и речи им, а сем ли стязаетесь между собой, яко рех, мале, не видите меня, паки в мале, и узрите мя. Аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетеся, и возрыдаете вы, а мир возрадуется. Вы же печальней будете, но печаль ваша в радость будет. Жена, егда рождает скорби, мать, яко придя годы я, егда же родит от рача, к тому не помни скорби за радость, яко родися человек в мир. И вы же печали, мать, и уба ныне, паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости ваше, никто же возьмет от вас. И в той день меня не вопросите ни часо же. Аминь, аминь, глаголю вам, яко илика аще часо, просите от Отца во имя Мое, даст вам. Доселе не просите ни часо же во имя Мое, просите и примите, да радость ваша исполнена будет. Сия в притчах глаголах вам, но придет час, и когда к тому в притчах не глаголю вам, но яве, о Отце возвещу вам. В той день во имя Мое просите, и не глаголю вам, яко азу молю Отца у вас, сам бо Отец любит вы, яко вы меня и возлюбисте, веровасте, яко аз от Бога изыдох, изыдох от Отца и придох мир, и паки оставляю мир, и иду к Отцу, глаголаше ему ученицы Его, все ныне не обинуяся, глаголяши и притчи, никак ни кое я же не глаголяши. Ныне вемы, яко весився, и не требуешь, да кто тебя вопрошает, а сем веруем, яко от Бога и шелыси. Отвечаем, Иисус, ныне ли веруете? Все грядет час, и ныне придет, да и разыдется, каждого своя, и мне единого оставите. И не сидин, яко Отец со мною есть, все о глаголах вам, да во мне мир имате. В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир. Сия глагола Иисус, и возведи очи свои на небо и рече, Отче, прииди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославится, яко ожидалось Ему власть всякие плоти, да всякое ожидалось Ему, даст им живот вечный, се же есть живот вечный, да знаю Тебе единого истинного Бога, Его же послалось Иисус Христа. Аз прославих Тя на земле, дело совершив, ежедалось и мне да сотворю, и ныне прославим я Ты, Отче, у Тебе самого славою, и уже имех у Тебе прежде мира не бысть, явих имя Твое человеком, их же далось и мне от мира Твои беша, и мне их далось и слово Твое сохраниша. Ныне, разумеша, яко вся велика далось и мне от Тебе суть, яко глаголы их же далось и мне дах имити и прияша, и разумеша воистину, яко от Тебе изыдов, и вера ваша, яко Ты мя посла. А за сих молю, не о всем мире молю, но о тех их же далось и мне, яко Твои суть, и моя вся Твоя суть, и Твоя моя, и прославихся в них, и к тому несть в мире, и сии в мире суть, и аз Тебе гряду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, и же далось и мне, да будут едино, яко же и мы. Их да бег с ними в мире, аз соблюдах их во имя Твое, их же далось и мне сохраних, и никто же от них погибет, токмо сын погибельный, да сбудется Писание, ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да имут радость мою исполнену в себе. Аз дах вам слово Твое, и мир возненавидя их, яко не суть от мира, яко же и аз от мира несем. Не молю, да возмеши их от мира, но да соблюдеши их от неприязни. От мира не суть, яко же аз от мира несем.
Святи их воистину Твое Слово, Твоя истина есть. Якоже мене послалось в мир, и аз посла их мир, и за них аз свящу себе дойти, и буду священи воистину. Не о сих же молю токману и о верующих слове сеих ради мя. Да все едино суть, якоже ты, Отче, во мне, и аз тебе дойти, нас едино будут, да и мир веру имеет. Яко ты мя послалось, я славую же далось и мне дах им, да будут едино, якоже мы едино есма, аз них и ты во мне, да будут свершени воедино, и да разумеет мир, яко ты мя посла и возлюбилось их, якоже мене возлюбилось и Отче, их же далось и мне хочу, да иди же есть аз, и ти будут со мною. Да видя славу мою, уже далось и мне, яко возлюбил меня, и си прежде сложение мира. Отче праведный, и мир тебе не позна, и аз же тебя позна, и сие познаша, яко ты меня посла, и сказах им имя Твое, и скажу, да любы, ею же мя, и си возлюбил, в них будет, и аз в них, и се рек Иисус, и зыди с ученики своими, на он пол потока Кедрска, иди же би Вертоград, он же в ниде сам, и ученицы Его. Яко подобает тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. От Иоанна Святаго Евангелие чтение. Изыди Иисуса ученики своими на он пол потока Кедрска, и где же бе Вертоград, он же в ниде сам и ученицы его, ведящий, яко Иуда, предая его место, яко множицею собиравшися, Иисус туса со ученики своими, Иуда же прием спиру, и от архиерея и фарисеи слуги, прииди тамо со светилой, с вещами и оружием, Иисус же ведает вся грядущая нань, и шет речей им, кого ищете, отвещаше ему Иисуса Назарея. Глагола им Иисус, аз есть, стояше же Иуда, и я же предаяше его с ними. Да яко же рече им, аз есть, и доша вспять, и подоша на земли. Паке же вопроси Иисус и их, кого ищете, они же реше Иисуса Назарея. Отвечая Иисус, грех вам, яко аз есть, аще оба меня ищете, оставите сих идти, да сбудется слово ежерече, яко их же дал еси мне, не погубих от них никого же. Симон же Петр и мой нож, извлечи его, и удари архиерея раба, и урезай ему ухо десное, меже имя рабу Малх, рече же Иисус Петрове, вонзи нож в ножницу, чашу же юже даст мне Отец, не имам ли пить и я. Спира же и тысячник, и слуги иудейские, и аши Иисуса, и связаши его, и ведоши его, ко Анне первее, бебо тесть Каиафе, и жебе архиерей лету тому. Беже Каиафа дав и совет иудеям, яко уни есть единому человеку мреть и за люди. По Иисусе же идяше Симон Петр и другие и ученик, ученик же той без знаем архиереове, и в ниде со Иисусом во двор архиереов. Петр же стояше при дверях вне, и зыди уба ученик той, и же без знаем архиереове, и рече дверницы, и в виде Петра. Глагола же раба дверницы Петрове, и да и ты ученик, если человека сего, глагола он не смь. Стоях уже рабеи и слуги огнесотворше, яко зима бе, и грей их усю.
Беже с ними, Петр, стоя и грейся, архиерей же вопроси Иисуса о ученицах Его и учении Его, отвещаше ему Иисус: «Аз не обинуся глаголах миру, аз всегда учах на сонмищах и в церкви, и где же всегда иудеи снемлются, и тайне глаголах не часожи, что мя вопрошашеши, вопроси слышавших, что глаголах им, се сие ведет, я же рех аз, сия же рекшу ему един от предстоящих слуг, удари в ланиту Иисуса рек, так ли отвещеваешь архиереове, отвещаше ему Иисус, аще зре глаголах, свидетельствуй о зле, аще ли добре, что мя биеше, посла же его Анна, связана в Каиафе архиереове, беже Симон Петр, стоя и грейся, реже же ему, еда и ты от ученик его иси, он же отвержися и рече несмь, глагол един от раб архиереев, юже косый, ему же Петр уреза ухо, не аз летя видих в вертограде с ним, паки уба Петр отвержися, и абиве петел возгласи, видоша же Иисуса от Каиафы в притор, беже утро, идти не в недоша в притор, да не оскверняться, но да едят Пасху. От Матфея Святого Евангелия чтение. Во время оно, воини емши Иисуса, ведоши Каиафе архиереови, и де же книжницы и старцы собрашася, Петр же идяше по нем издалеча до двора архиереова, и вшед внутрь, сидяше со слугами, видите кончину, архиерей же и старцы, и сон весь, искахул же свидетельство на Иисуса, якуда убьют его, и не обретаху, и многим же свидетелям приступившим не обретоша, после деже приступиша два же свидетеля, реста, сей рече могу разорить и церковь Божию, и треми деньми создать ее. И восстав архиерей рече ему, не часо же ли отвещаваеши, что сии на тебя свидетельствуют? Иисус же молчаше, и отвещав архиерей рече ему, заклинаю тебя Богом живым, да речеши нам, аще ты си Христос, Сын Божий. Глаголу ему Иисус, ты рече, абаче глаголю вам, отсели узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облацах небесных. Тогда архиерей растерза ризы своя глаголя, я кохолу глагола, что еще требуем свидетелей, се ныне слышасте хулу его, штося вам мнит, они же отвещавши, реша, повинен есть смерти. Тогда заплеваша лице его и пакости ему деху, увиже за ланиту удариша, глаголющие прорцы нам Христе, кто есть ударейте. Петр же вне сидяше во дворе, и приступи к нему, единорабыня глаголющи, и ты беса Иисусом Галилейским. Он же отвержися пред всеми глаголя, не вем, что глаголиши, и шедшу же ему ко вратом, узрего другая, и глагола им ту, и сей беса Иисусом Назареум, и паки отвержися с клятвою, яко не знаю человека, помали же приступише стоящий, реше Петрови, воистину и ты от них еси, ибо беседа твоя явится творит. Тогда нача тратитесь и клятися, яко не знаю человека, и абе петель возгласи, и помяну Петр глагол Иисусов, реченный ему, яко прежде даже петель не возгласит, трикраты отвержишися мне, и шет вон,
плакася горько. От Иоанна Святаго Евангелие чтение. Ведоша Иисус от Каиафы в притор, беже утро идти, не внедоша в притор, да не сквернятся, но дойдя от фаску, изыдя же Пилат к ним вон рече, кую речь приносите на человека сего, отвещаши реши ему, аще не бы был иси злодей, не быхом предали его тебе, рече же им Пилат, поймите его вы, и по закону вашему судите ему, реше же ему иудеи, нам не достоит убить никого же, да слово Иисуса возбудится, ежерече, на знаменную, кою смертью хотяш умрете. Вниде же паки Пилат в притор, и гласи Иисус рече ему, ты ли си царь иудейск, отвечаши ему Иисус, о себе ли ты сие глаголеше, или иные тебе рекоша мне, отвечаши Пилат, и да ас жидовин есмь, род твой архиерей предашите мне, что Иси сотворил, отвечая Иисус, царство мое не есть от мира сего, аще от мира сего было бы царство мое, слуги мои оба подвязались выше, да не предан бы их был иудеям, ныне же царство мое не есть отсюду. Рече же ему Пилат, оба царь ли Иси ты, отвечаешь Иисус, ты глаголеши, яко царь есть ас, ас на сие родихся, и на сие придох в мир. Да свидетельствую истину от и всякий же есть от истины, послушает гласа моего. Глагола ему Пилат, что есть истина, и серия к паки изыдя ко иудеями глагола им, аз не единой вины обретаю в нем, еже обычай вам, да единого вам отпущу на Пасху, хочете ли убо, да отпущу вам царя иудейска, возопиши же паки всеглаголюще, не сего, но Вараву, беже Варава разбойник, тогда оба Пилат поят Иисуса и би его, и воини из плечи венец утерня, возложишь ему на главу, и в ризу багряну облекоши его, и глаголах урадуйся царю иудейский, и бияху его полонитума, и де же паки вон Пилат, и глагола им се извожу его вам вон, да разумеете, яко в нем ни единой вины обретаю. Изыдя же вон Иисус, нося терновен венец, и багряну ризу глагола им, се человек. И когда же видишь его архиерей и слуги, возопиши глаголюще, распни, распни его. Глагол им Пилат, поймите его вы и распните, азбо не обретаю в нем вины. Отвечаши мы, иудеи, мы закон има мы, и по закону нашему должен есть умреть, яко себе и Сыном Божий сотвори. И когда же слыша Пилат сие слово, паче убояся, и внидя в притор паки глагола Иисусови, откуда еси ты? Иисус же ответа не даде ему, глагола же ему Пилат, мне ли не глаголиши, не весели яко власть имам распятитя, и власть имам пуститя, отвечая Иисус, не имаши власти ни единой на мне, аще не быти дано свыше, сего ради предав имя тебе, боли грехи мать, от сего искаши Пилат пустить его, иудеи же вопияху глаголюще, аще сего пустиши, неси друг кесарев всяк, и же царя себе творяй, противится кесарю. Пилат же, слышав сие слово, изведи вон Иисуса и седи на судище, на месте глаголимым лифостротон, еврейский же Гавафа, беже пяток пасты, чаши яко шесты, и глаголы иудеям, се царь ваш, они же вопияху, возьми, возьми, распни его. Глагол им Пилат, царя ли вашего распну, отвечаш архиерей, не имамо царя, токмо кесаря, тогда же предаде его им, да распне царь. От Матфея Святаго Евангелие чтение. Слава
Во время оно, видя Иуда, предав Иисуса, яко судиша его, раскаявся, возврати 30 сребреники архиереям и старцам глаголя, согреших, предав кровь неповинную, они же реша, что есть нам, ты узреши. И поверг сребреники в церкви отыде, и шет удавися. Архиерей же приемше сребреники реша, недостойно есть вложить их в каруану, понеже цена крови есть. Совет же сотворша, купиша ими село скудельниче, в погребание странны, тем же наречеся село то, село крови до сего дня. Тогда сбыться реченной Римеем пророком глаголющим, и прияша 30 сребреник цену цененного, его же цениша от сынов Израилев, и даша я на селе скудельничи, як уже сказал мне Господь, Иисус же ста пред Егемоном, и вопроси его Егемон глаголя, ты ли еси царь иудейский? Иисус же рече ему, ты глаголиши, и гданань глаголах у архиереи старцы, не часо же отвеща ваша, тогда глагола ему Пилат, не слышишь ли, калика на тебя свидетельствую, и не отвещай ему ни к единому глаголу. Яко дивисися Егемону зело, на всяк же праздник обычай бей, Егемон отпущать единого народу связня, его же хотяху, и мяху же тогда связано нарочито глаголем оговораву, собранным же им речеем Пилат, кого хощете, от обою отпущу вам, вораву ли или Иисуса глаголем ого Христа, ведешь его, яко зависти ради предаша его, сидящую же ему на судище, посла к нему жена его глаголющий, ничто же тебе и праведнику тому, много бо пострадав днесь во сне его ради. Архиерей же и старцы наустиша народы, да и спросят вораву, Иисуса же погубят, отвещав же Егемон речей им, кого хочешь те, от обою отпущу вам, а не жреша вораву. Глагола им Пилат, что оба сотворю Иисусу, глаголь ему Христу, глаголаши ему, да распят будет. Егемон же рече, кое оба зло сотвори, они же излиху вопияху глаголюще, да пропят будет. Видев же Пилат, яко ничто же успевает, но паче молва бывает, прием воду, умру руце пред народом глаголя, не повинен есть мат крови праведного сего, вы узрите. И отвещавши все люди, реша, кровь его на нас и на чадях наши, тогда отпусти им вораву, Иисуса же бив, предаде им, да его пропну. Тогда войни Егемоновы, приемши Иисуса на судище, собраша нань все множество воин, и совлекши его, одеяши его хламидою червленою, и сплетши венец от терния, возложиши на главу его, и трость десницу его, и поклоншися на колено пред ним, ругахуся ему, глаголище, радуйся, царю иудейский, и плюнувши нань, прияше трость, и бияху по главе его. И игда поругашася ему, совлекша с него багряницу, и облекоша его в ризы его, и ведоша его на пропятие, исходяще же обретоша человека киренейска, именем Симон, и сему задеша понести крест его. От Марка Святого Евангелия чтение.
Во время оно, воине ведоша Иисуса внутрь двора, иже есть притор, и созваша всю спиру, и облекоша его в припряду, и возложишь на него сплетший тернов венец, и начаша целовать его, и глаголати, радуйся, царю иудейский, и бияху его по главе тростью, и плюваху на него, и пригибающе колено, поклонякуся ему, и когда поругашася ему, совлекоша с него припряду, и облекоша его в ризы своя, и изведоша его, да пропнут его, и задеша немоходящую некоему Симону Киринею, грядущую села отцу Александрову и Руфову, да возьмет крест его, и приведоша его на Голгофу место, еже есть сказаемо лобное место, и даех ему пити эсмирнесменно вино, он же неприят, и распенши его, разделишь резы его, метающие жребий они, кто что возьмет, беже час третий, и распяши его, ибе написание вины его написано, царь иудейск, и с ним распяша два разбойника, единого одесную, единого ошую его, и сбыться писание, еже глаголит, и со беззаконными вменися, и мимоходящие хуляху его, покивающие головами своими, и глаголющие, уа, разоряй церковь, и треми деньми созидай, спасися сам и сниди с креста. Так уже и архиереи, ругающиеся друг ко другу с книжники и глаголаху, ины спаси, Сибири не может спасти, Христос, царь Израилев, да снит ныне с креста, да видим и веру имеем ему. От Матфея святаго Евангелие. Во время оно, пришедший воине на место нарицаемое Голгофа, еже есть крайне его место, даши Иисусу пить и отец, желчью смешая, и вкушен не хотяши пить и распенши же его, разделиши ризы его, верши жребия, и сидящий страждаху, стрижаху его ту, и возложишь вверху главу его, вину его написану, сей есть Иисус, царь иудейский. Тогда распяша с ним два разбойника, единого одесную, единого ошую, мимоходящие же хуляху его, покивающие главами своими и глаголющие, разоряя церковь, и треми деньми созидая, спасися сам, аще Сын Иси Божий, сниди со креста. Так уже, где же и архиерея, ругашися с книжники, старцы и фарисеи, глаголаху, иные спаси, себе ли не может спасти, аще царь Израилев есть, да снидет ныне со креста, и веруем в него, упова на Бога, да избавит ныне его, аще хочет ему, речебо, яко Божий есть сын. Тожде же и разбойника распята с ним, поносяштаса ему, от шестого же часа тьма бы из по всей земли, до часа девятого, о девятом же часе возопи Иисус гласом велим, глаголя, или, масса вохвани, еже есть, Боже мой, вскую мя си оставил, нет же, от ту стоящие, слышавши глаголуху, яко Илью глаголашает сей, и обе тек един от них, и прием губу, исполнив же отца, и вонзе на трость, напояши его, прочие же глаголуху остави, да видим, аще приедет Илья спасти его. Иисус же паки, возопив гласом велим, и спусти дух, и все завеса церковная раздраси надвое, с вышнего края до нижнего, и земля потрясеся, и камени распадеся, и гроби отверзошеся, и много телеса усопших святых восташе, и шедшие из гроб по воскресении его, в недоше во святый град, и явившися мнозием, сотник же от иже с ним, стригущий Иисуса, видевши трус и бывшая, убоявшийся злоглаголющий, воистину Божий Сын, бесей.